Поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов на выборы пришел вместе с семьей. Они проголосовали в Алматы. Писатель прежде всего поинтересовался у комиссии явкой избирателей. За этим участком закреплены 2000 алматинцев. Момент волнительный, добавил Олжас Сулейменов, решается будущее государства. Я надеюсь, что эти выборы пройдут достойно, хорошо. Хотя погода не очень солнечная, но результаты этих выборов должны обеспечить нашему народу ясное небо, хорошие перспективы, вот, и хорошее настроение всегда.